Всем привет, друзья, с вами снова я, Спайдер-Стефан. Ха-ха-ха, и слышно? Что микрофон у меня плохой пока что, но на прошлое видео. Бля. А СМР не получился так с первого пака локаут. Тихо, я даже не успел потратить, как я буду целом диви. 89. Всего лишь целых 89. Это плохо. Салах 99. Это очень плохо. 89. Это очень плохо. 90. Это очень хорошо. Запомните этот урок. И снова информ, и снова не волкаут. Стоп. Чё? Дай паки. О, муж минуту снимает. Ладно, всем удачи, всем пока. Шутник. Перин. Нападает здесь уже. Вот. Перин, это уже все, это дно. Это перин, это плохо. Перин, это всегда плохо. Вот это вот, пацан, это очень даже хорошо. Самый высокорейтинговый игрок, что нам упал. Это вишенка на торте, как икона. Тихо. Что это за икона? Так. Один, два, один. Нет. О, коновар. Коновар. Ну, не знаю, Коновара. Ты когда-нибудь ловил коновара в паке? Чё, уйди, дед. Блин, Google, ты чё? Ты обнаглел? Так, коновара в наборе. Имба. Так, снова. Что с этими паками не так? Прям. Что с этими паками не так? Пошли. Ну, очень плохо. Вот здесь Родригес. Салах информ. Все хорошие люди. Хотелось бы на данный момент. Пяток даже. Это плохо. Ну, этот пацан еще очень много информ будет получать. Это 100%. Да, он и дотянет до рейтинга там 91 за всю фифу, скорее всего, именно так. Хотя в этой команде он и появился. Кто знает, может, все против него не стройно, и он должен играть как мастерский про, а не как пяток, чтобы попасть в команду Дели, хотя бы на последнее место. Ладно. Это же шутки, это, конечно, шутки, не вспоминайте всерьез. Так, ну давайте открываем, чё мы стоим, ничего не делаем. Китан. Но это плохие. Вот я минуту назад говорил, что это же хорошие паки. Нет, теперь это ужасные паки. Я нормальный. Запомните. Снова Лига Европейска. Матью, как его только не зовут. Фрэнс. Опа, икона, так, дайте мне нормальную икону, которая новая, нет? Голландия, так, он не столько 92 вышел, давайте. Райкард! 86-й Райкард. 86-й Райк. Это плохо, это на самом деле плохо, если он 86-й. 86-й Райкард обычно плохо. Тоти де Брюйне! Куда? Куда мне столько падать?
Тоти де Брюйне! Да! Хорош! Тоти де Брюйне! Тоти де Брюйне! Я в шоке! Офигеть! Тоти де Брюйне! Вот, вот, вот это да! Вот это да! Еще вулкан! Сейчас обычный де Брюйне такой парень. Бразилия! Кто это? ПСЖ, ЛВ. Да иди он. Да почему он? Ладно, это было бы жирно еще и Неймара ловить, но... Ладно, ладно. Но Тоти де Брюйне, я этому был неожиданно рад. И снова, и еще одна икона. Лол, что-то мне так фартит, и что-то да. Италия. Фартит на итальянских икон. СТшник, ага, Инзаги. Ну, бэйби Инзаги, это плохо. Не знаю, кому-то он нужен, может быть, но точно не мне, потому что у меня уже есть бэйби Инзаги. Я даже не знаю, какая у меня коллекция, но точно ведь Тоти де Брюйне на первом месте, правильно ведь? Ну да, Тоти де Брюйне, Лео Месси, Криш, Мур, Суарес, Ней, Канавара. Ну, это вот девяточка самых топовых. Итак. Челси. Ага, игрок из шотландского чемпионата, если я ничего не путаю. Если что-то путаю, напишите об этом в комментариях. Но вроде как это как раз-таки шотландский чемпионат. Я точно не знаю. Я ухожу почему-то за кадр. Давайте сделаем так, чтобы такого не было. Так, угу. Я еще вот так вот буду смотреть, потому что, ну что, я вот так вот не вовлечен был в игру. Рафинья. Неплохая карта. С 90 скорости, если я не ошибаюсь. Ну, скорее всего, я ошибаюсь, там у него поменьше. Так. Эл Шарави. Ну, Эл Шарави, опять же, это не так круто, икона. Дайте мне, наконец, правильный за момент икону. Вспомнил. Да снова нет, обычная икона. Германия. Это уже не интересно. Стой! 91. Мирослав Клозов всего лишь 89 рейтинг. Это, если не ошибаюсь, а я, скорее всего, ошибаюсь. Мидл карточка. Типа среднего карточка. Я точно ведь не помню. Простите уж, если я точно не помню. Я вообще куда-то загнул палку. Но... Что-то мне сказывается именно так. Именно так почему-то мне сказывается. Очень крутой покупник. Мне нравится. Прям Тоти де Брюйне, это вообще найс. Это лайк. Это просто лайк однозначно. Я вообще не ожидал то, что вот в это время как-то Тоти удалили сейфы. Их нельзя поймать и в драфте. Фосберг и... Ребят, последний пак это был. Ребят, если вам понравилось видео, то почему бы не подписаться на мой канал, который очень-очень хорош. Если вы новичок, то посмотрите другие мои ролики, по, может, другим играм каким-то. Может, они вам зайдут, кто знает. С вами был Спайдер Стефан под выпадение Луис Суарес, в котором я в афиге хочу орать, но это уже конец съемок. В общем, вот такой покупник получил. Да, господи, что пропить. Если это опять Суарес, я просто кончу на месте. Реально, если это опять Суарес, я просто кончу на месте. Это дупло с коштом. Ладно, ребят, что-то я заговорился. Всем удачи. Давайте так, в СМР скажу, Агуэра даже. Всем пока.